Добрый день, уважаемые партнеры и гости нашего портала. Вашему вниманию представляется видеоролик обзор инвестиционного фонда от команды первого банка мониторинга fairmonitor.com. И на этот раз мы хотим поближе познакомить вас с одним из новичков раздела VIP-листинг нашего хайп-монитора, который расположился там буквально на днях. Проект Holocash по заявлению его администрации занимается тем, что развивает сеть собственных ювелирных магазинов по всему миру. В дополнение к этому компания владеет и недвижимостью в элитных странах, что в свою очередь приносит стабильную и высокую прибыль. Для расширения своей сферы деятельности фонду Holocash требуются частные инвестиции, по которым компания обещает платить высокие дивиденды. Сайт Holocash, возможно, не блещет дизайном, но справедливости ради отметим, что он уникальный. К этому стоит добавить, что интернет-портал проекта работает на самописном скрипте и оснащен SSL-сертификатом шифрования данных от компании Komodo. В качестве инвестиционного предложения в Holocash выступают 4 тарифных плана с минимальной суммой входа в $25 и возвратом тела вклада вместе с прибылью в конце срока. Инвестируя в Holocash, можно рассчитывать на 102,5% общего возврата средств через 24 часа, 115% выплаты через 5 дней, 137,5% через 10 суток и 190% общей выплаты по истечению 20 дней. Что до платежных систем, то в Holocash доступны Perfect Money, Payeer, Bitcoin и Advanced Cash. По информации, что находится в описании к тарифам, все выплаты производятся моментально, и это не может не радовать. Касательно партнерской программы фонда Holocash, можем сказать следующее. Она представлена двумя уровнями в глубину и позволяет получать дополнительную прибыль в размере 5% от вклада лично приглашенных пользователей и 1% от депозита реферала второго уровня. Перенесемся в личный кабинет инвестора. В нем все довольно просто. На главной странице представлена основная статистика вашей отчетной записи, кнопки для ввода-вывода средств и финансовая история, а в функциональном меню можно установить настройки аккаунта, проанализировать динамику ваших вкладов и получить доступ к реферальному меню. Что же, на очереди у нас поддержка пользователей Holocash. Несмотря на то, что фаст-проекты не особо любят добавлять онлайн-консультанта, администрация проекта все же пошла на этот шаг и за это заслуживает благодарности. Также в Holocash имеется группа в Telegram и электронная почта, так что можно считать, что в данном направлении полный порядок. Ну а на этом мы и закончим наш небольшой сюжет. На прощание лишь напомним, что всем партнерам первого банка мониторинга fairmonitor.com полагается максимальный рефбэк по вкладам в Holocash от нашего портала. До новых приятных встреч, дорогие друзья!